Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Kabir Musa and I'm from Nigeria. Ahmed Hassan من مصر. مناه زواتي باشا غريتشنكو يا از اوكرين. اسمي عمر السبايلي من الاردن. My name is Muhammad Awal from Ghana. اسمي ثائر ابو رضا من فلسطين. من عزيز اوكتام تركمانستان. من عباس امين من اذربيجانديا. مغاي هو احمد طاهر مؤمن محمد وحناي صومالي وعلي الهيتي من العراق. اقطار مختلفه، اجناس مختلفه، اعمار مختلفه، لغات مختلفه، ولكن يجمعنا دين واحد وهو الاسلام. حلقه جديده من برنامج اقنعني، وهي الحلقه 12 بفضل الله، عنوانها نشر الاسلام وتعريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم للغرب الغير مسلمين. وكما قال الذي لا ينطق عن الهوى، بلغوا عني ولو آية. اليوم سنقوم بحملة بمساعدة بعض أخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات وبعض المسلمين الجدد الذين دخلوا الإسلام حديثا، وهم وهن سوف يساعدونا إن شاء الله بنشر الإسلام. شوفي إزاي تبرأ أصلاً. تبرأ أصلاً Мухаммед наш пророк, считается у нас последним. Ислам является последней религией, которой верит в единого Бога. Ислам – это последняя религия после христианства. Мы знаем, да, то, что она, он тоже может с собой походить. Да, и наш пророк, пророк всего мира считается Мухаммед. Мы хотим рассказать, что ислам является последней религией, и действительно пророком ислама является Мухаммед, последним пророком после Иисуса Христа. Знаешь, что ислам – это последняя религия после христианства? Нет. Хорошо, дальше. И кто такой Мухаммед? Мухаммед? Тоже. Я не знаю. Ну, хорошо, это можно сказать, если не знаете, я скажу, это Мухаммед – последний пророк после Иисуса Христа. Здесь у вас наши адреса, контакты, а также пару слов про пророка Мухаммеда. Что ж, спасибо. I believe you know Prophet Muhammad. Of course. What do you know about him? If I'm allowed to say this, he's like the parallel to Jesus Christ also. Yeah. He's the prophet. From this religion, yeah, from Islam. А что вы знаете про Мухаммед, про Ислам? Знаю, что есть несколько святых мест, которые отмечаются в исламе. Вот посещают, ну, скажем так, сторонники ислама посещают эти места. Вот и в некоторых местах, ну, совершал достаточно такие серьезные поступки Мухаммед, и каждый приверженный исламе старается попасть на эти места, чтобы, ну, чтобы совершить какой-то духовный поступок. Вы знаете о пророке Мухаммеде? Да. Что вы знаете о пророке Мухаммеде? Ну, немного. Я знаю, что он в вашей религии есть, почитается, но, к сожалению, много о нем не знаю. Ну, мы хотим сказать, что ислам – последняя религия, она идет после христианства, и пророк Мухаммед, он идет после пророка Иисуса Христа. Вообще, это последняя религия была. Пророк Мухаммед был пророком после Иисуса Христа. Это последний пророк. Про Мухаммеда вы знаете? Да, слышал. Что вы знаете? Насколько я знаю, он был из знатной семьи.
не знаю, это правильно или нет, читал, но уже точно не помню, знатной семьи, и, по-моему, он пробовал себя даже в военном деле, а потом ему было откровение, и он начал писать Коран. Который говорит о том, что ислам является последней единобожной религией. То есть это единобожие, да, то есть верить в единого Бога. Uh-huh. Ислам является последней религией. Ислам – последняя религия после христианства. Когда хитам, ахаб ан узаккар, би ан куль шахс гейр муслим, лам тасалаху рисалат ислам, نحن المسلمون سوف نحاسب عليه يوم القيامة. إذا لا تجيد لغة البلد الذي تسكن فيها أو تدرس فيه، ارتدي ملابس مكتوب أي شيء بسيط عن الإسلام مثل هؤلاء الرجال. أما بالنسبة للنساء فيا أختي العزيزة، ارتدي فقط حجابك، هذا أقوى وأفضل في نشر الإسلام. وفي النهاية أحب أن أقول لكل شخص طالب البرنامج في اللغة الإنجليزية، I just want to say for everyone who asked me to make video in English language, please right now write in YouTube Ahmed Didat, Yusuf Estes, Barefoot Girl, Salah Al-Din or Dhakar Naib, and I'm sure inshallah you will find everything you are looking for. If you would like to know why I don't make video in English language, contact me on Facebook and inshallah I will convince you. Thank you so much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.